на портал Экзагет поступил вопрос. Считается, что дитя, которое Христос поставил в пример ученикам, это будущий святой Игнатий Богоносец. Известна также судьба самарянки, с которой Иисус беседовал у колодца. А известно ли, что стало, например, с Гадаринским бесноватым, дочерью Иаира или слепорожденным, которого исцелил Иисус Христос? Нужно заметить, что, э, с одной стороны, указанные персоналии а именно дитя, поставленное Христом в пример, да, или самарянка, соотносятся с конкретными святыми в рамках несколько более поздней церковной традиции. То есть само Священное Писание такого соотнесения нам не дает. Но мы можем отметить одну очень важную тенденцию. Обратите внимание ну, на то же самое вот евангельское повествование, и вы увидите. Что в нем фигурирует огромное количество э, каких-то совершенно второстепенных людей, да, которые не составляют никакой э, значимой части повествования и появляются, ну, можно сказать, в один единственный момент времени. Но они очень четко делятся на две категории. Это те, кто упомянут поименно, и те, кто упомянут ситуативно без указания имени. Толкователи обращают на эту тенденцию внимание и говорят следующее. Здесь, кстати, я обращаю вас, наверное, к двум книгам, которые систематически рассматривают этот вопрос. С одной стороны, это труд Владыки Иоанна Шаховского «Спутники Дамасской дороги», а с другой стороны, это великолепное исследование Ричарда Бокома «Иисус глазами очевидцев». Так вот, исследователи утверждают следующее: по всей видимости Упоминание имен вот этих второстепенных персонажей принципиально важно для авторов евангельского текста, потому что для них они никто иные, как непосредственные свидетели описываемых событий, к которым первый читатель может обратиться за вот этим доподлинным свидетельством. То есть мы можем с, ну, с высокой долей вероятности говорить о том, что Например, Симон Фарисей, в дом которого входит Христос э, к э, обеду. Да, или начальник э, мытарей Закхей. Да, или э, раб, которому Петр в Гефсиманском саду отсек ухо, Малх стали впоследствии членами первой христианской общины. Именно поэтому они поименно упомянуты, они важные и авторитетные свидетели, и у них всегда можно ответ на тот или иной вопрос получить. Более того, есть даже, ну, как, как мне кажется, еще более однозначный пример, который подчеркивает верность вот этой концепции. Он про то, что, например, Симон Киренейский, да, человек, который э, нес за Христом крест. Упомянут, во-первых, да, сам поименно, хотя опять же больше нигде не фигурирует. Но что самое интересное, о нем говорится, как об отце Александровом и Руфовом. Но кто такие эти Александр и Руф, священное Писание более нигде не упоминает. Но с точки зрения автора, это очень важная отсылка что вот смотрите эти двое дети того человека, который за Христом нес крест. То есть они безусловная христианская община, часть, и, видимо, часть известная и авторитетная. Пожалуйста, вот они свидетели описываемых событий. Поэтому, с одной стороны, да, мы не можем сказать доподлинно, что было с Гадаринским бесноватым, с дочерью Иаира, со слепорожденным, еще и потому, что в конечном итоге в тексте они поименно не обозначены. А тех, кто там четко фигурирует с именами, мы можем с высокой долей вероятности предположить, что они стали частью христианской общины. А тех же, кто упомянут ситуативно, мы, ну как минимум, какого-то более или менее однозначного такого суждения сделать не можем. Внеси свой вклад, оцени, подпишись. И поделись этим видео.